канале, либо на YouTube. Ну, кому какая информация легче воспринимается. Давай дальше. Да, я посетил 5 конференций. Вот вчера вернулся из Силиконовой долины, до этого были в Сингапуре, блокчейн-круиз были с Coinsbank'ом, и сейчас летим в Корею, потом Берлин. В общем, очень много конференций, и плюс еще хотим перенять немножко опыт вот, по проведению конференции и сделать свою. Будем делать ее в Дубае в апреле. Так, ну кто с нами работает? Очень, кстати, интересно, что, ну, мне очень интересно разбираться в криптовалюте, как когда-то я разбирался в подводной охоте, что целый пласт интересных людей, которые пытаются развиваться, инвестировать и не стоять на месте, то есть не отвергать изменения мира. И вот когда приезжаешь на конференции, знакомишься с такими людьми, которые в этом уже больших результатов достигли. Например, мы сейчас познакомились с ребятами, которые строят в Пуэрто-Рико город будущего. Они выкупили 2000 гектар земли, и вот 14 марта позвали нас на презентацию. Там будут, ну, этот город хотят построить для того, чтобы люди посмотрели, как будет выглядеть будущее, и по принципу этого города построить весь мир. Вот, это очень интересный проект, и мы постараемся его 14 марта осветить и показать про его презентацию. Так, ну это компания, которая с нами работала. У нас очень много кейсов, более 100. Есть просто сумасшедшие кейсы. Я думаю, что ни у кого такого на YouTube нету. У меня есть, например, кейс, где с одного видео было 150 тысяч переходов и порядка 12 тысяч лидов. Вот, и эти лиды идут по сей день, хотя видео вышло 2 года назад. Вот. То есть, если вы инвестируете в рекламу на YouTube, то эта реклама работает практически пожизненно на вас. Главное, чтобы вы это сделали у правильного человека, у правильного блогера. То есть, потому что на YouTube большая часть аудитории – это девочки и мальчики от 8 до 12 лет. И они, соответственно, когда-то вырастут, но сейчас они не ваши клиенты, у них нет денег, они не могут инвестировать. Поэтому очень часто люди задают вопрос, а почему такая цена? Вот там у блогера, у него там 2 миллиона подписчиков, а у тебя миллион, но у него реклама в 3 раза дешевле стоит. Так он снимает, что будет, если намазать 100 слоев на лицо зубной пасты, там ванна с Орбисом, еще какая-то фигня там, что будет, если в ванну с чипсами залезть. Ну то есть вы же такое не будете смотреть, это смотрят дети. А дети, они не платежеспособны, поэтому это не ваша аудитория. Очень внимательно, ну я просто прям заостряю на этом внимание, чтобы вы потом не говорили, что реклама у блогеров не работает. Так, да, мы работаем с блогерами по всему миру. Вот Рома конкретно занимается у нас и упаковкой, и ведением проектов. Очень много успешных тоже проектов. И работал с мировыми брендами. Также за креатив. Еще, кстати, очень важно, когда вы делаете проект с блогерами, то есть реклама в плане интервью не всегда очень хорошо работает, или в плане, ребята, там ссылка в описании, подписывайтесь там или купите ICO. Еще очень круто работает, когда вы создаете совместный проект с блогерами. То есть вы берете, допустим, 5 топовых блогеров, как мы делали, мы пиарили покер-дом, кстати, запрещенная организация в России. Мы отвезли блогеров на Мальдивы и показали, что покер можно играть не обязательно на деньги, мы играли на наказание. То есть, например, если проиграл там Рома сегодня, он идет завтра утром, одевается официантом и всех обслуживает на завтраке. То есть были наказания, были поощрения. И этот проект получил 8,5 раз KPI выше того, что требовал от нас заказчик. Поэтому даже с блокчейн-стартапами, с ICO можно делать крутые, интересные проекты, делать какую-то креативную идею, которую будут смотреть все, и, соответственно, даже те люди, которые никогда криптовалютой не интересовались, рано или поздно, я думаю, что в ближайшее время все этим будут интересоваться. То есть это видео будет работать и через там 3-4 года. Поэтому обязательно очень важно, как вы упаковываете свой проект, как вы, очень важна креативная идея и очень важно, с какими блогерами вы работаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сейчас я секунду прямо. Приходите в наше агентство. Вместе работать, создавать крутые упаковки проекта. Так. Да, в общем, ребята, будем рады представить ваш проект. Подходите, знакомьтесь. Всем спасибо. Ну, эти блогерские замашки снимаем. Обнимитесь, друзья. Саня, я рад. Все, успехов.